поводу... Так, кто у нас упал? Вот это Флавинис. Извините. Маша. Извините. Маша, кто у нас упал по поводу локоть? Я. Ты? Нет. А я. Да, а сейчас? Я обсуждаю, что все хорошо вел. Сегодня мы обсуждаем следующий вопрос. Колени открыты. Помнишь, как его вначале? А сейчас я перебираю. То есть, на следующий случай, бегай фигурально, чтобы колени не повредить. Покатаем? Еще ситуация, Маша. Я не знаю. Ребят, ситуацию разбираем, маленькую, небольшую. Я, да? Телефон с собой снимаю. Кто-нибудь занят или сюда, ты его повредишь. Это первая ситуация, которую нужно запомнить. Раз. Доставайте. Когда ты телефон открываешь, что ты делаешь? Вот сейчас. Что? Ну вот, видишь? Видишь? Она будет так. Что ты делаешь? Включаешь. Включаешь. Каким образом ты включаешь? Знаю. Вот, одну кнопочку ты включаешь, вот давай дальше что ты делаешь? Раз. Блокировочка. То есть у тебя своя блокировочка есть, да? А я маленький нюанс. Когда вы на своей телефоне включаете блокировочку, снимаете ее, да? Да, а я не помню. Не надо вот так вот, когда ты идешь и вот так вот делать, чтобы все смотрели. Понимаешь? То есть как нельзя повернуть в сторону, люди прошли немножко сторонились. Тогда открой. Покатай? То есть это все касается. Не надо вашу личную информацию, потому что она бывала. Да, 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 молодец. Вот. Теперь телефончик можно положить туда, в конце блокировочки берешь. Не забудь. Маша. Да, там у нас небольшая камера хранения. Следующая ситуация. Я беру. Так. Все, кладем. Да, потом в группе посмотрим на Машу. Маша, сегодня когда... Стоп, кто у нас пропустил на светофор? Даша, молодец, здесь Виктория, да? Виктория немножко перепутали. Ситуация идешь сюда. Вот, то есть ты у нас... Вот здесь не становишься. Давай сюда становишься. Раз. Ну, плечи расплачиваем перед спортом. Так, так, вы, ребята, немножко подальше отходим. Стоп, вот таким вот образом. То есть вот наша воображаемая дорога, да? Перед школой здесь. Даша сегодня подошла. Виктория, да? Подошла. То есть она нажала кнопочку. Да? Все правильно сделала. Загорелся зеленый свет. Она пошла. То есть ты идешь. Вот наша воображаемая дорога. Ты начала переходить на свой зеленый свет. Но справа ехала машина. Слышала я сигнал, да? То есть надо перед тем, как переходите даже на свой на зеленый свет, надо посмотреть. А не едет ли машина? Водитель мог отвлечься. Он мог быть выпивший. Он мог уставший, заснуть. Тормоза мог не поломаться. Несчастный случай, который никому не нужен, правильно? Ни вам, ни родителям, ни нам, ни школе, правильно? Ни водителю. То есть, когда нажимаете на кнопочку, чтобы горелся зеленый, переходите, все равно посмотрите налево-право. Потому что ситуация может быть разная. У человека тормоза поломались, он переживает, он не хочет, но вот не может, допустим, управлять машиной. Такой тоже может быть. Договорились? Молодец. Молодец. Аккуратно. То есть
закрыты. То есть я ссылочку сегодня вечером, сегодня вечером, либо завтра днем, ссылочку по телефону вам нет, которую родители заполняют. То есть я на эти телефоны разошлю ссылочку. То есть родители получат ссылочку, они смогут вступить. Да, Даша и мама уже вступила. То есть, потому что я знал ее на страницу родителей, то есть я написал, что так-то и так-то. То есть руководитель нашей Мурманской региональной организации. И вот этот Анатолий Дмитриевич, сам командир боевой средств подготовки и федеральной службы исполнения наказания подставки. Вот, он уже тоже в нашу группу, он будет смотреть, как у нас что проходит, помогает, контролировать что-то, как-то подсказывать. Кто сможет вступить? Нет, слышал. А я сам смогу вступить? Ты сможешь, конечно, но тебе нужно ссылочку звать. Знаете, ты мою страничку видел когда-нибудь? Посмотрите, победа Виталия. Победа Виталия, да? Так точно, я вот кимоно фотографии сбоку, белым таком кимоно. Там группы, на которые я подписан, первая подготовка бойца, вторая белокурсич у нас на Гаджину. То есть, возможно, там еще будет тренировочный проект. Все, Сейда, Мокусо, Мьяна. Ты маленький талисман, что ты на ровном группе сбоку, пока ты не нарушаешь правила. Вставай. Шнурки, куда мы должны их заправить? Как мы с тобой говорим? У кого еще шнурочки сразу поправить? Да, нет? Его. Смотри, ты насколько старше, если ты, как сам, ну понимаешь, да? Понимаешь, о чем я, Егор? Старший, будь серьезный, да, не сядь на свое место. Да, Аня, да, ну что ты делаешь? Что там у тебя произошло?
В конец зала добежали. Ждем всех. Ждем. Быстрее. Не отвлекаемся. Виктория, давайте. Пониже сели. И гусиным шагом пошли, хаджимы. По-честному. Скорость не надо форсировать. Сначала делаем правильно. То есть вы делаете акцент на том, что вы делаете правильно. И лишь потом уже вы увеличиваете скорость. Полина, молодец, умница. Да. И вот еще один момент. Молодой человек у нас пропустил тренировочку две. Ну, бывает такое. Когда... Стоп. Мы это не обсуждаем сейчас. Ты пропустил. Мы сейчас решаем вопрос, как с этим дальше быть. Ты, приходя на тренировочку, старайся больше сделать, лучше. Все делают 10 отжиманий, старайся сделать 11. Все ручки сгибают не сильно, а ты старайся сделать больше. Понимаешь, наверстать упущенное. Макота? Ульяна? Выпады? Хаджиме? И посмотрим, как мы делаем выпады. Ручки подняли, не выпускаем. Ножки, чтобы крепкие были, сильные, чтобы вы могли постоять за себя, защищать. Вот, молодцы. Даня, спинку ровненько держим и пониже. Молодец, красавчик. Полина, умница. Ульяна, молодец. Дашенька, молодец. Вот, молодец. Ноги будут красивые. Особенно девушкам нужно делать это упражнение. Молодцы. Молодец. Давай. То есть мы сначала делаем правильно. Прежде всего мы делаем акцент на том, что мы делаем правильно. Макота? И лишь потом мы уже увеличиваем скорость. Вот сегодня я снимаю, это я сегодня вечером выложу в группу. То есть домой приеду, выложу в группу, и потом сможете посмотреть. Потому что одно дело, когда вы сами делаете, когда смотрите на видео, совершенно все по-другому. Понимаете? То есть чисто вот с этой целью. Группа у нас закрытая, то есть посмотреть никто не сможет. Видео заливается ко мне на канал. Я вставляю его по ссылочке. Вот таким образом. Если кому-то нужно будет из родителей... То, что мы снимаем, фотографируем. То есть мне сказали, подошли флешечку, я вам скинул, вы можете посмотреть. Макота? По парам разбили, своего веса выбрали. Роста. Не завязывай.
первого. Двое ребят балуются. Они встал между ними, расходит их. Чтобы тренировка прошла хорошо. Ты красавчик. Ты первый прецедент на то, чтобы проводить разминку. Понимаешь? То есть те знания, которые я вам даю, они у тебя в твоем случае упали в колоколную почву. Они дают тебе пользу дают, понимаешь? Хорошо, это здорово. На прошлой тренировке, помните, мы обсуждали, как когда ходите вы рукой, как держать? Специально тебе не было, ты не делаешь, ты не делаешь, ты вниз падаешь. Вот таким образом, сюда, вот, вниз. Стоп, давай, бери. Первый раз, когда я взял, ты взял за штаны. Почему плохо это? Во-первых, по той причине, что... Да-да-да, одежда, мы думаем, что мы слазим, тебя плохо. Во-вторых, когда ты держишь за гироскоп, вот здесь вот пришелся, а ты ножки выпрямить должен. Видишь, ты ему не помогаешь. Thank you.